ЖК Пикассо. У нас квартира на втором этаже. Два окна. Студия 24 квадратных метра. Цена вопроса этой квартиры 1 100 000. Разрешение есть, конечно, здесь вид идет на стену. Ну, поэтому квартира сама по себе дешевле. Но она светлая, в отличие от других квартир, которые мы смотрели. И у нас есть еще одна квартира на этом же этаже. Сейчас я вам покажу. У него цена немножко подешевле. 1 010 000 будет стоить. Не туда. Секунду. 1 010 000. Там будет вид у нас во двор. В целом тоже квартира неплохая. Это ЖК Пикассо. Получается такая студия с одним окном. Здесь у нас ниша получается для санузла. И вот такая вот студия. Это будет студия стоить у нас 1 010 000. Здесь будет парковка. В целом хотя бы вид не на стену. ЖК Пикассо.